пацаны, второй нокдаун, вы гоните его дальше вперед. В 31 год я выступаю на высоком уровне благодаря тому, что мои угловые вот такое дерьмо не делали. На прошедшем турнире кулачных боев Hardcore Fighting, где почетное место судейской коллегии занимал профессиональный боец Алексей Махно, проходил тройственные гематомы лица, побывав два раза в нокдауне уже в первом раунде. И только в самой комасринге Давидом Хачатряном, которого годом ранее Алексей финишировал в первом раунде удушающим приемом. Возможно, многие помнят этого бойца по поединку с Тимуром Никулиным по правилам бокса. Тогда Архангел нокаутировал спортсмена из Армении в третьем отрезке. Так что вполне возможно, что в скором времени мы увидим подписанта Fight Nights на хардкоре. Велика вероятность... От вас хорошее предложение, от меня вот эти кулаки. Согласны ли вы с мнением Алексея Махно касательно его критики в адрес угловых и Срапила? И ждете ли вы его дебюта в рамках Hardcore Fighting? Пишите ваше мнение в комментариях. Не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА.